Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Люблю готовить сама. Сегодня я для вас буду готовить салат с тыквой и индейкой. Нам понадобятся следующие продукты. Микс-салат. У меня здесь мицуна, мангольд и руккола. Бальзамический соус. Тыква, запеченная с корицей. Сыр. Горчица. Лимонный сок. Соль. Соевый соус, оливковое масло и филе индейки. Если у вас есть филе цыпленка, можете использовать филе цыпленка. Начинаем готовить. Тыкву посыпаем корицей и ставим запекать в духовку до готовности. Можно посыпать побольше, аромат не будет. Подготовим заправку для нашего салатика. Вливаем соевый соус, оливковое масло, лимонный сок, горчица. У меня пикантно-сладкая. Я всегда люблю эту горчицу. И соль по вкусу добавляем. Все это взбиваем. Заправка для салата у нас готова. Формируем наш салат. Раскладываем тыкву, индейку. Поливаем заправкой. Посыпаем сыром. И поливаем бальзамика. Дорогие друзья, вот такой салат с тыквой с индейкой я приготовила для вас. Это очень вкусный салатик. Сейчас я его попробую. Необычное сочетание, солененькое с сладеньким. Тыква сама по себе сладкая. Тыкву я запекала без сахара. Рекомендую вам приготовить этот салат. Вам будет чем удивить своих любимых, семью. Ну и, дорогие друзья, всем приятного аппетита и до новых встреч!